кастрюльку наливаем 3 литра березового сока. Данный березовый сок мы доводим до кипения. Так, засыпаем сюда мы, получается, стакан сахара и пол чайной ложки лимонной кислоты. И у нас это получится, ну, как бы сказать, сок березовый. Попробуем, что у нас получится вообще. Все это мы доводим до кипения, и у нас получается березовый лимонад, так скажем. Из березового сока лимонад березовый. Посмотрим, что получится. Сок наш лимонад березовый отстыл. Сейчас мы его попробуем. Ох, аж целую кружку налили. Сейчас попробуем, какой он на вкус. Вкус, знаете какой? Сладкого-сладкого лимонада. Так что можете попробовать, сделать. Ну, лимонад есть лимонад, только сладкий, очень приторный. Вот как-то так попробовали. Вроде нормально. Люди даже закатывают банки на зиму с березовым соком. Вот, и такой вот цвет получился. Прозрачный, не мутный. Нормальный. Но пить лучше охлажденным, чем теплый. Так что приятного аппетита. Пробуйте, делайте.